4000. Я знаю. И на эту сумочку есть очередь. Хорошо. 5 лет. На сумку. Хорошую сумку нужно брать сразу, подумала героиня фильма «Секс в большом городе» и схитрила ради заветного трофея. Ведь сумка – это одна из ключевых деталей образа. И допустив ошибку в цвете или размере, можно поставить жирный крест на всем луке. Уже не первый год модницы говорят свое «да» рюкзакам. В предстоящем сезоне в классическом черном цвете их предлагает Versace. Майкл Корс в предвкушении зимы утепляет аксессуар мехом. Гуччи провоцирует яркими принтами. А Луи Виттон создает настоящего хищника за плечами. Почему же рюкзаки тянут лямку первенства на себя? С рюкзаками уже давно можно идти не только в спортзал, в поход. С ними можно ходить в офис, выходить на вечеринки, в свет. Большие сумки, наверное, это совсем такой немножко пережиток начала 2000-х. Рюкзаки пришли на смену вот этим большим сумкам. Кроме этого универсального друга, девушкам в предстоящем сезоне стоит позаботиться о спутнице поменьше – вечерней сумке. Dolce & Gabbana, как обычно, предлагает роскошные клатчи с богатой фурнитурой и ослепительным декором. И в зависимости от того, какого размера выходит новая модель того или иного смартфона, каждый сезон немного меняет размер этой сумки. В моде совсем маленькие сумки, которые абсолютно непрактичны, но крайне очаровательно выглядят. Многие же девушки носят их вместе со своей большой сумкой. Если мы посмотрим на Анну Деларусу, вот она классический пример этого тренда. Она очень любит как раз нести в руке большую сумку и, может быть, даже иногда несколько маленьких. Для тех, кто боится экспериментов, Fendi предлагает беспроигрышный вариант – минимализм в дизайне. Такую сумку можно взять и на работу в офис, и на встречу с подругой. Если ты хочешь купить себе модную сумку, нужно в первую очередь, наверное, под себя лично спросить, какая сумка мне нужна, куда я буду с ней ходить и сколько денег я готов на нее потратить. И если эта сумка органично вписывается в твой гардероб, то вот с ней-то ты и будешь как раз выглядеть модно. Осень – пора увядания, но только не для модников. Раскрасить жизнь и образ поможет сочный цвет сумки. Не бойтесь экспериментов и ошибок. На пути к идеалу они неизбежны. Now.